В этом видео я хочу рассказать об офигительно обалденном, крутом, сногсшибательном, умовом, оригинальном, суперском случае и открытии, которое со мной случилось вчера. Вчера мы провожали Ганешу, сына Садашивы, бога. Он с нами пробыл пару недель. Вчера было празднество, и мы его провожали. Он известен тем, что он дает людям спонтанное восполнение, спонтанное завершение. И это именно то, что со мной случилось вчера. Значит, я долго был в цепях вот этого незавершенности, невосполнения, страха. То есть ключевое мое, моя когнация о себе, о мире, о людях и так далее была заключена в страхе жизни. Ну, на самом деле, можно не уточнять, просто страх. Причем очень глубокий, что страха, что другие люди узнают о моем страхе, и что они подумают обо мне. Вот такая глубокая штучка была, и я не знал, то есть, когда появлялся этот страх, я его сразу заблокировал, потому что он сопровождался сильным каким-то чувством, которое я не знал еще. И потом это влияло на... Я становился агрессивным, чтобы скрыть этот страх, и много других незавершенностей всплывало, там, слабость, желание отношения, желание навредить другому человеку, желание отречься, общаться от всего, и желание помочь. То есть куча всякой палитры разных чувств и ощущений было сопровождалось тем, что я хотел закрыть этот страх. И даже путешествия по другим измерениям у меня не было в полной краске, только я получил даршан, я был в Кайлаше, я чувствовал, как мое сознание возвращается в тело, но я не видел прям четкого перемещения в другое измерение, чтобы я там осознался больше, чем в этой реальности. Или в этом сне, если правильно сказать. Вот, и потому что я вот боялся. И вчера я решил, блин, с вами же всегда мне дает ответ, давай еще раз попробую, направлю свою волю, спрошу, что за... незавершенность. Я смотрю, опять вижу куда картинку, и опять страх, опять вся эта волокита продолжается, но вдруг я как-то внимание перешло, сознание на то пространство за незавершенностью. И когда я увидел, что там есть другое измерение, другое пространство за этим incompletion, произошло отсоединение от вот этих цепей незавершенности, которые были. Потому что для меня эта незавершенность была как чуть ли не всей моей жизни. В каждом вдохе она была, в каждом выдохе она была, в каждом... То есть реально incompletion, ключевого инцидента, он не дает тебе жить вообще. Он всегда с тобой. Замечаешь ты его или нет, он всегда с тобой. Так же и тут я не мог от него отсоединиться, я прям держался за него, боялся, что если я отключусь, я вообще от страха помру. Вот. Но... я направил свою волю, доверился Свамиджи, сказал, окей, пусть он сделает, что надо. И когда увидел, что есть другое пространство за этим incompletion, я понял, что incompletion мой не вечен. И я в тот же момент отсоединился от него. И моя жизнь изменилась кардинально. И, блин, не передать, на самом деле. Теперь могу реально брать ответственность за более большие какие-то вещи и знать, что у меня получится, я могу это сделать, что ничто внутри меня не сможет меня обратно оттащить в пространство слабости. Я абсолютно уверен, что я никогда в своей жизни больше не испытаю пространство слабости, только силы. Вот. И если я могу это, могу, то можешь это и ты. И самая классная возможность – это сейчас Махасадашивогам. И чтобы подготовиться к Махасадашивогам, Свамиджи запустил курс от института. Мы сейчас открыли официально свой институт, где можно получить именно, как это по-русски называется, получить диплом о внутреннем пробуждении. Вот этот курс конкретно 30 кредитов заполняет, и он 9 недель готовит тебя к Махасадашивогам, где ты получаешь абсолютно все из Inner Awakening, из Шивогама, даже Аушаду. От которой вот дети, которые сейчас пробовали Аушаду на себе, они манифестировали абсолютно нового уровня силы. То есть предметы по земле катались запросто, люди читали друг друга мысли, силы GPS проявлялись, где ты прям видел, как пройти, докуда. То есть абсолютно другой уровень. И это только начало. И у тебя есть возможность подготовить себя к Махасадашивогам и манифестировать его в своей жизни в том числе. Программа всего за $500 стоит программа, ты сможешь пройти все, что Свамиджи на настоящий момент, в принципе, давал человечеству. И это впервые, когда Свамиджи дает
программу, курс института, чтобы подготовить тебя к другой программе. Это значит, что на Махаса Дашвохам можно ожидать просветления вообще. Ultimate. Поэтому готовься, заполняй форму, которую я отправлю, и проходи этот курс. Обалденный. После, да, вот, допустим, с вами я даже говорю, после 3-4 приемов вот этого аушады, эти силы в тебе будут сверлены. То есть они тебя никогда не покинут. Причем до такого уровня, что Баласан там сказали, пишите любую силу, которая вам приходит в голову, пишите, и вы сможете ее манифестировать. И оно так и получается. Поэтому не пропусти Махаса Дашвохам, ссылку на курс института Нитьянанда, университета имени Нитьянанда я оставлю тоже внизу. Если есть какие-то вопросы, не чувствуй смущения или какой-то других ощущений или вещей, которые могут тебя остановить, связывайся со мной, я отвечу на любые твои вопросы, помогу тебе манифестировать твою реальность, которую ты хочешь для себя в этой жизни. Спасибо. Нитьянандам.